с мастер-группой покажу программу из большого цикла эмоций. Ну, еще чувства называют это. В общем, мы взяли, как мы, я взял, выписал 150 эмоций. И на каждую эмоцию делаем по такой программе. Вот сейчас мы делали программу «Ситуация». Вот, и сделаем сейчас еще программу «Ответственность». Вот, в ней мы уделим внимание немножечко статике и расслаблению, вытяжению. То есть не бывает вытяжения без нормального, хорошего тонуса физики. Магвайчик, кстати, если хочешь, сейчас как раз вот часть можешь присоединиться. Давай. Соответственно, когда мы будем в статике давать задачу расслабиться телу, да, вытянуться, вернее, мы должны дать задачу расслабиться. Потому что напряженные ткани, они рвутся, это травма небезопасна. И тянуть себя с напряженными, вот там, например, у нас будет там сильно тянуться задняя поверхность ног. Ноги – это вообще большая такая, большой объем мышечной массы. И в целом, когда мы работаем с ногами, большая такая, ну, воспринимается организмом как большая серьезная работа. Вот, но здесь работа заключается в том, что ее нужно не делать. То есть какие-то напряжения там, скованность, это будет помехой вытяжению. Поэтому будем сидеть некоторое время, дышать, направлять внимание вот в эти участки тела, которые будут тянуться. И нужно будет давать сигналы расслабиться. Можно будет себя продиагностировать, прямо вот вы чувствуете, что не получается отпустить какие-то напряжения. Да, можете там рукой постучать по этим напряженным участкам тела, по этим мышцам, постучаться к ним, сказать: «Эй, вы что, давайте-ка расслабляйтесь, мы тут вытягиваемся». Хорошо. Еще несколько дыханий, устанавливаем дыхание, расслабляемся. Можно также просканировать сейчас тело. Что-то чуть-чуть мы где-то что-то поделали, уже где-то по телу есть какие-то ощущения. Может быть, получится как-то их сравнить вот с теми ощущениями, которые были, вот когда мы расслаблялись до начала занятия. Можно заметить, как воспринимаются ощущения по рукам, мы там немножко с плечевым поясом поработали, по спине. В целом мы очень хорошо прогибы и вытяжение проработали, спина тоже может хорошо ощущаться, как какие-то новые ощущения могут быть там. Руки, ноги, лицо, шея. Просто просканируйте тело еще. Дыхание. Мы смотрели на свое дыхание, рассматривали его до начала. Тоже вот физическая активность, вроде там ничего особенного не поделали, но тоже может как-то скоординировать дыхание. Можете воспринимать его сейчас, что вот как же приятно и кайфово просто вот расслабленно дышать, глубоко, полной грудью, как оно вот приятно воспринимается, и хочется даже его еще немножечко продлить, еще чуть-чуть. Повздохнуть, вдохнуть, вдохнуть, задержаться немножечко, вот ощутить вот этот полный грудью вдох. И как вот это вот все ненужное, отработавшее, уже приятно выдохнуть, как вот это ощущение от выдоха воспринимается. Хорошо.